Что, ребят, всем привет. Сегодня мы продолжаем проходить киберпанк. В прошлый раз. На прошлом стриме, соответственно, вчера. Чип попал в башку главного героя. И, соответственно, в нем поселился Киану Ривз, террорист. Собственно, будем продолжать смотреть, что как. Надо как от этого чипа избавиться, но этот будет вряд ли. Поехали. Запасайтесь кофейком, транквилизаторами каким-нибудь, кофейком, чайком, чем угодно. Короче, продолжаем. Привет, Найт Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт Сити. Здравствуй. Меня! Докучающий Киану Ривз. Она. На кого ты работаешь? Говори! Чё? Чё? Чё, блядь? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! И вас предупреждали. Нельзя выдирать. Тебя в башку выстрелили. Я получу контроль. Я найду как. Пакмен Витки, привет. Привет. Ты меня слышишь? По-любому, бля, буду, они в конце нахуй подружатся с этим Киану Ривзом или что-то подобное будет. Типа он нормальным, блядь, станет. Свали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Ну, как вариант. Такого леща ему отцовского ебанул. Как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Он типа, короче, ебашит таблетки, и все будет ништяк. Отъебись от меня! Он типа Киану отступает. Помедайся, уебывай, и не доебал этого. Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь! Принимаем лекарство. Пошел нахуй. Сейчас он пропадет. Та-дам. Что-то быстро таблеточки действуют. Вам так не кажется? Встаем. Wake up. Акт второй. Интересно, сколько вообще в целом этих актов? Выйти из квартиры, пополнить боезапас, надеть одежду и снаряжение, поесть, дать письмо. Ну, давай потихонечку. Надеюсь, тут как в этом не заставят ссать и мыться регулярно, как в Death Stranding, блядь. Пополнить боезапас, давай по порядочку. Боезапас у нас где-то тут. Кроме как открыть тайник, больше тут ничего нет. Тут ох. Одежда. 35-20. Ну давай-ка. Подожди. Используется или нет? Воду выкладывают. Но это не точно. Так, хранилище, сортировка. Пока я не совсем еще разобрался, как тут работает. Попробуем так.
снаряжение... О! С игрушечным писюном. Особое. Ну, они ничего не дают. Здесь у нас жилет. Куртка. Ну, жилет пошибче дает так-то. На трос нихуя с собой нету. Строматута, да, прикрыть. Ботинки. Угу. Допустим. Голова. О, это тоже. Угу. Если ты снимаешь, короче. Убрать. А я интересно, могу вообще как бы на жилет с собой взять вот что-то из этого? Да, вот это попробуем. Эти боты. Пользуется. Это значит одета. Граната. Так, вот эти ботинки лучше. Так, уже получше. Прямо его, блядь, напели. Я беру рюкзак. Движение. Ладно, стволов-то до хрена. Дима Раут, здорово. Саня, ну вроде нормально. Здоровье, я не знаю, что-то я сегодня себя хреновенько чувствую. Такое ощущение, вроде как заболеваю. Но это не точно. Так, вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Не знаю, это может пригодиться. По-любому тут придется компоненты разбирать. Способность недоступна. Так, сила, реакция. Давай реакции. Берем. Раз. Два. Блять, приклады, винтовок. Ладно, хуй с ним. Что-то поторопился. Включаю ли я по Cuphead? Да и нет, не особо. Не планирую пока запускать. Если вообще планирую. Хрен знает, может быть как-нибудь в коопе поиграем с кем-нибудь. Ну не с кем-нибудь, если человек на примете. Так. Дополнительно пополнить боезапас. А так-то, в принципе, киберпанк вполне устраивает. Письма. Какие письма? Здесь они находятся. Мне платили аренду. Мега розыгрыш. Шейники. У меня какая-то поесть. Чем тут поживиться? Подожди, это холодильник, нет? Шауэр, туалет, нет? Допустим. Короче, боезапас. Нахер. Выходим. Ты скучаешь по Cuphead? А что ты скучаешь по Cuphead? Надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Зачем? Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Ага. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро.
Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Так. Активности тут до жопы. Продать или оставить? Слабиться. Растительное задание. Давай-ка я так вот включу. Попробуем, короче говоря. А, ну, приблизительно. Короче, надо научиться ориентироваться вообще в этой карте. Что тут за хуета всякая продается? Разбой. Ладно, давайте. Двигаем вот туда, где отметка. Мне нужно больше времени. Столько дел. Слушай, если что-то не нравится, забирай свое барахло и вали кому другому. Барри, мы знаем, что ты там. Мы хотим помочь. Я вас не звал. Ордера нет. Идите нахуй. Какой-то ёбань пишет. Хорош выёбываться. Открывай. Мы пришли сюда как коллеги. Решили тебя навестить. Давно тебя не видно, мы переживаем. Переживайте в другом месте. Ну и мудак же ты, Мендес. Надо просто подождать, что? Пока они съебут. То есть я еще виноват? Это он. Нет, смотри-ка, и нагнетает ментом вокруг себя попиздеть. Драму. Он потерял друга. Разве можно его винить? Не он первый, что не он последний. Дело. Это жизнь. Я живу этажом выше. Вот и живи себе, не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Не же менты, правильно? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Не вопрос. Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. Угу. С ним непросто. Я сама терпимость. Сделаю, что смогу. Не волнуйся. Ну, видишь, ты говоришь, что он... Тебе Бегал просто Cuphead нравится. Ну, блин, я в него поиграл, а мне что-то, блядь, жопа от него горит. Долго в Cuphead меня ломать не получается. Не получается пройти отсюда, где весь интерес теряется. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание, знак согласия. Ну, в другой раз зайду. Так. Бля! Бло завалиться. Попробовать поговорить с Барри через несколько часов. Окей. Барри так Барри. Забрать заказанный пистолет у Уилсона. Опасность средняя. Отслеживание задания. Журнал приблизить. Давай сюда сходим. Что вообще эти, блядь, знаки означают? Ладно. Сходим и туда. Не трись об меня! Да я-то не трусь. Как спуститься-то нормально. Тут лифт есть. Блин, как пройти-то? Эй, погоди! Метка пишет. Че, мне вниз падает? Да нет, смотри-ка. Можно пройти. Знаешь, что здесь самое? Чего тебе от меня нужно? Там
Так, это получается совсем рядом, да? Я тебя не видел недели две, или даже больше, кажись. Думал, ты от нас уехал. Возникли проблемы. Да были неприятности. Обычная фигня. Ну да, и теперь, наверное, нужно железо и свинец. Ну да. Посмотрим, что за стволы у него. Покажи, что есть. Денег, конечно, немного, а вообще ценник-то какой у чувака. Так. Давай мы продадим, нахуй. 15-117. Продаем. Ну, хотя бы теперь понятно, куда девать можно, если что, оружие. В принципе, у него тут больше ничего такого нормального нет. Холодного оружия, только дубинка и так, вот, кстати. Модификация имплантов. Тоже, кстати, можно это дело посмотреть. Пинок термический. Посмотрим, куда его можно применить или напялить. Будем использовать. Как какой? Гранат? Боеприпасы. Модификация одежды. Это дело продадим. Предмет используется. Так. Залезть надо будет еще в имплант и посмотреть, что можно, вдруг можно что-то напялить. Или это надо конкретно к доктору пиздать. Блять, просто тонны всякой хуйни. Не совсем понятно, нужны они или нет. Хотя, я думаю, не особо нужно. Два останется. Тоже еще попри. Ребята. Всякой хуйни. Покола. Молочь. На штуку. Продаем. Так, стимулятор здоровья. Персонаж. Здесь. Снаряга киберимплант. Это лучше. Создание. Заблоки. Ладно. Окей. Ага. Нет, не выйдет. Прости. Я правда не могу. У-ку. Ладно, показывай, что дома у тебя есть. Есть кто? Всегда рад. Мне же у него надо забрать. Ага. То есть мужичок тебе денег просит? Нет.
Улучшение культовых предметов. Вы получили культовый предмет, документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета. При создании каждой новой версии старая уничтожается. Культовые предметы можно улучшать так же, как любое другое оружие или предмет одежды. Также вы сможете повышать его уровень и показатели, что уже пользоваться им на протяжении всей игры. Мне просто... А, подожди, Такемурой. Такемурой это по сюжетке получается. Снаряга опять. Рюкзак. Пистолет. Так что у меня одето, что у меня одето. Снаряд. Пистолет. Так, значит, автомат нужен. Так. Пока просто катаной. Какая у меня любимая игра? Слушай, ну таких вообще много, как бы. Ну, смотря какой жанр просто. Вот давай ты лучше спросишь, какой жанр. Я тебе скажу из этого жанра любимую игру. Игра так-то до хрена любимых. Прямо точный вопрос я не могу тебе ответить. Так, карты. Давай сюда сходим. Обезвредить преступников. Стоит ли вообще на ментов работать? Подать или оставить? Оружие боеприпасы. Оружие ближнего боя. Давай-ка сюда сходим. Посмотрим, что за оружие ближнего боя. Фото себе заполучить, так сказать, руки богомола. Они прикольные. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Пиздишь. Так. Нихуя. Что? Молот. 196. Алката. 212. Катана, которая у меня, 150, стоит 1600. Бейсбольная бита. В принципе, можно у меня катану взять. А у меня она с точкой, то есть я на не могу модификацию херачить. Так. Наряга опять же. Ага. Допустим. Показатель брони. Ага. Главное вот один раз эту херню всю понять, как это работает. Там уже проще будет. Блин, не вижу вообще, не вижу. Она журнал, база, да? Создание. Готовить можно. Заблочено.
улучшение. Ну, допустим, пистолет не хватает, короче. Но катана тоже не хватает. Ладно, может быть, потом получится разобрать боевик. Ну, допустим, боевик мне понравился RDR 2. Но это ближе к вестерну. Тогда, если просто боевик. Не могу. Как вариант, Doom. Именно. Шутан. Еще раз. Чага. Тану. Автомат. Так, а я просто... Тихо, блядь. Ёбаный ты, брат. Погрузка. Долбанул, так долбанул. Ага. Так, по инвентарю я вроде ничего такого особенного не делал. К этому чуваку смысла нет идти. И оно, он там ничего хорошего не нашел. Бегаем. На ближайшее. Отслеживаю. Попробуем ходить туда. Вообще со стволом можно разгуливать? Вопрос такой. Покойного Сабура Арасаки Юринобу Арасака во всем обвиняют конкурентов корпорации. Тем не менее, доказательств их причастности к убийству отца пока не предъявлено. Привет, это Футбол и новости WNS. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Люциус Райан ушел из жизни. Еще какие-нибудь жанры игр тебя интересуют? Мир скончался во сне. Точная причина смерти пока не известна. Кроме боевиков. И текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Функция Райана на оставшийся до выборов срок будет исполнять его заместитель. В принципе, серия Gears of War тоже неплохая. Пол также объявил, что сам примет участие в предвыборной гонке. Crysis. Все мы оплакиваем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга Люциуса Райана. Чё так? А просто надо подойти. Вот я, блядь, с пухой тут хожу, нахуй, меня вообще не накажут за это дело. Эй! Покупка транспортных средств. Понятно. Так, а тут у нас... Не доктор ли случайно? Помещенница-то, блин, знакома. Зайди к нему сказать WhatsApp, док. Я не помню, я был тут. Подожди. Тут вроде прошманде стояла или нет? А вот тут тёлка сидела с раздолбанными коленками. Вот здесь как раз и модификации можно посмотреть. Может быть, мы что-то можем забубенить. 21 тысячу.
Кстати, игра похожа чуть-чуть на Dying Light. Ты имеешь в виду про киберпанк? Похоже на Dying Light. Но трейлер вышел, он давно уже показывали этот трейлер Dying Light. А где еще это? Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Я еще Dying Light прошел на плойке 4, по-моему, года 3 назад. Но она что-то как-то сначала вроде как все прикольно, как бы. А потом я уже тупо от нее устал, блядь. Я ждал, пока она закончится. Потому что там в основном занимаешься одним и тем же. Лутаешь, блядь, сундуки и что не делаешь из этого. Постоянно оружие разъебывается. Такая механика, блядь, была в этом Dead Island. От которой тоже я в свое время устал. Осака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мести. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Но мне никак не отдать бабки. Потому что их тут нет. Ладно, пойдем погуляем еще. Видимо, пока я 21 тысячу не накоплю, я себе никакие, блядь, модификации построить не смогу. Окей, в принципе, хули тут с этим торопиться. Есть пистолеты, пулеметы, автоматы, всего этого навалом. Пошла нахуй. Так, что тут у нас? Галена. Галена. Вернуть долг Виктору, это понятно. Это основная. Ладно, пойдем сюда. Будем чистить потихоньку карту, не торопясь, привыкать к управлению, к событиям и так далее. Я вот Ведьмак 3, допустим, всю карту зачистил. Все вопросики, все места активности, вот подобную хуйню. Это обсуждали. Именно. Шел по этой какого, по школе кота, по-моему. Так, школа кота, школа змеи и школа медведя, по-моему. Вот я по школе кота. С быстрыми атаками, короче. Именно не на урон, а на скорость, короче, да. Самое бесявое в Ведьмаке было, блядь, по горам скакать, нахуй. Забираешься, забираешься. Хуяк, ёбнулся. Побежали за мной. Там некоторые места, там же очень трудно попасть, либо надо попасть по сюжету. А я просто карту зачищал. Я карту просто зачищал, как бы, по порядку. Поэтому возвращаться приходилось в те, ну, в те знаки вопроса, где я был раньше. Пить. 12 тысяч тартон Галена. А, это, видимо, покупка машины имеется. 15 косарей. Блядь, да чуваки, откуда у меня такие бабки? Всего десятка. Я, блядь, дочь банкира пока-то не его. А да, выходим. Когда-нибудь игры проходил на 100%. По-моему, вот с открытым миром точно, по-моему, не одна. Потому что, ну, там слишком, знаешь, эти активности такие странные. Типа там собрать 300 значков, там, блядь, какого-нибудь Человека-паука или Бэтмена. Ёбнешься, да? По городу. Пытался, конечно, но это, блин, для фанатов скорее сделал. Как говорится, хочешь растянуть геймплей игры, блять, на 100 часов плюс, то ебани какие-нибудь открытые миры и сундуков, нахуй, с крафтом и пизда, короче. Можно там в этой игре вечно сидеть. Если слишком долго в одну игру играю, мне скучно, мне становится лобать, как бы.
Я больше, знаешь, привык к играм времен примерно второй плойки, когда, да, допустим, проходится часов 15, там, 12, ну, 30 максимум. Потом уже начинаешь заебывать это. Ты начинаешь какие-то диалоги скипывать, еще что-нибудь. Ты чё орёшь? Братан, отвези Криперу, у меня тут... Чё с ним такое? Я тебе заплачу! Чувак, я с тобой гамбургером поделюсь. Ладно. Окей. Супер! Ну что стоим-то? Давай машину быстро! Так, тачку вызвать. Бэ. Где Плапла? Как же больно-то, блядь! Угу, тачки у меня нет. Начинаем воровать автотранспорт. Жжется! Сука, как перехватить жжется! Управление, короче. Ну, понятно, приблизительно. Как в GTA-хе, короче, не будем... Могу. Тихо, тихо, блядь, меня сбили вообще. Не могу! Тихо ты, не ори. Ебись ты, колотись. Ара, por favor! Видишь, тут человек подыхает. Гарантия наслаждения, говорили они. Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Он себе в пульса, короче, какую-то шнягу. Я разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще попадаются. Я это... благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это было непросто. Иди ты! Навык вождения, конечно, у меня такой себе, но... Да, потихоньку доедем. Я думаю, это же не на время. Я у него залупаю имплант, вырежу. И все будет нормально. Бля, тут недавно смотрел... Я стесняюсь своего тела, там чувак себе в хуй... Ты безумчик. Чувак себе в хуй... Расслабься, чума. Залил, сейчас по-моему, этот какого. Это ты мне залил? То ли вазелин, то ли синтол, что-то такое. Ой, и он у него гнить как начал. Сука. Уймись, делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она. Короче, ёбнутых людей всегда будет хватать. А, тут пробка. Надо объехать. Блять, о боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать, страдай молча. Знакомое выражение. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Где-то такого уже слышал. Смешно обоссаться! Тихо, 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 тихо. Проехал чуть-чуть, поворотик. Вот чем тебе не GTA, блядь? А? Надеюсь, это, ну, не основная механика игры. Не могу! Да на тачку все построили. Так, он где-то рядом. Блядь! Быстрее! А вот слонака я как раз и не приметил, да? Окей, мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Ну? Фак. Он же просто там стоит. У него хуй лопнул. Пойдем посмотрим. Че надо? Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Росс-стрит и Верфяном проезде. Группа мусорщиков во главе с Еленой Сидоровой напала на бездомных. Преступники вооружены и очень опасны. Власти Найт-Сити объявили вознаграждение за устранение угрозы. По него хуй лопнуло, он умер. По идее, он должен был лопнуть где-то минуты через 2-3. По потере крови.
Хоть Трубятина прикольно играет. Так, встретился с Такамурой. А нет? Что такое? Давай следим. По порядку. Это мировые новости на 54-м канале. Я Джиллиан Джордан. По мне стреляет. Долбоёбы в укрытие! Без рассеянным склероз. Склероз — это одно из немногих заболеваний, которые нельзя вылечить. Блять, все перегородено. Короче, нахуй выходим. Я понял. Ага, прям насквозь! Понимаю, снайпер, да? Потому что нельзя подставляться! Валим нахуй. Сука, чуть не уебали. Планирую снимать Assassin's Creed Valhalla. Слушай, чувак, а мне как бы вот сейчас серия Assassin's Creed что-то не очень. Я как купил четвертую плойку, я купил третью часть, ой, не третью, короче, я купил Unity, и вот что-то она мне не понравилась, я в нее пару дней побегал, потратив 3 косаря, что-то как-то больше не хочется в Assassin's Creed ловать, ну да, они одинаковые. Блять, а? Что-то вот я не сказал бы то, что уровень сложности средний, блядь. А снайпер мне покоя нахуй не дает. Как бы его ебануть-то так хорошенько. Смотри какие. Зачищаю. Ну как бы, блядь, не угомонить. Сейчас остальные подойдут, мы пока похилимся спокойно. Блять, а? Тихо, тихо, тихо. Как бы снайпера собрать, обойти, а? Ладно. Пойдем так. Так мы его сейчас обойдем. Потихонечку. Еще один. Побед. С автоматом. Готово. Снайпер повыше был, да? Вот он, сука, сидит. Тихо. Блядь, как? Вот я хуй до него доберусь. Видали? Жрет мой свинец! Готов.
Вот так. Я думал, он не последний. Явно не последний. А разведку-то мы у него возьмем. Как раз боеприпас для пистолета. В принципе, что мешает, да, стволами барыжить? Только они, блядь, весят-то хуя. Баблом разжиться, и потом будет нормуль. Сначала надо долг отдать. Что там просили? 21 тысячу? 13 за тачку. 34. Ну, я не знал насчет то, что там... А там что, Assassin's Creed Valhalla, она забагована? Что-то... Я тогда вообще в ней разочаровал. Просто Ubisoft такая студия, как бы, то что, ну, ладно, вы делаете конвейерные игры, но вы хотя бы, блядь, с багами-то поаккуратнее. Это совсем перестанут играть. Просто, ну, как бы, я не против, если человеку нравятся в конвейерные игры, там, лобать, которые выходят каждый год, типа, колды, пола, кто-то, вот, у меня через друг один, он покупает именно хоккей себе, который выходит, вот он сразу же прям на выходе покупает себе игрушку хоккей и рубится в нее. Бывает, даже утром встает, чтобы с другими ребятами полобать там с разных стран там, или у кого разные часовые пояса. Какая, блядь, а? Смотри-ка, шустрик. Так, почему эта хуйня обозначается? Новый чип. Какой-то чип дали. Я его зацепил! У кого-то модификатор охуенный, я смотрю, она передвигается, блядь, как это. Похилимся. А, Unity, ну там не то чтобы из-за багов, как бы, но она забагованная была, прилично забагованная. А там патчи потом какие-то выходили, я особо не этот, как его, особо не следил за этим. Сука. Просто вот как-то она хуяк, и я мне потом в одной части я статьи сделал. Где эта тёлка? Молодец! Всё поймал! Резко! Блядь, как это хуя так вот, а? Прям иду, блядь, в самое пекло. Валим. Так, а почему вот это вот черепом обозначается? Тут что-то есть? Вот, да. Подожди. Это лестница. То есть здесь с черепом, я не понимаю. Что они от меня требуют? Так, она ниже, значит, находится. Нет, по-моему, это все не то. Она вот, да, прям на первом этаже. Я что-то, может, не подобрал? Пойдем убивать дальше. Так.
Ну, уёбок, ты мне за это ответишь! Первым делом. Ну, какая шустрая, блядь. А как меня поймать? Может, я со снайперки долбанут? Опять. Да ёпта, ты попадёшь. Бензодела, физические компоненты предметов. Здесь все. Рука еще есть. Вот так вверх уже появляется. Ну, я думаю, все. Так, смотрим по снаряжению, что попалось. Так, здесь что-то новое, да, по-моему? Этот автомат. Приблизительно понятно, короче, как ставить. И все. А мы сюда, блин, да, мы дробаш поставим. Олег. О, есть. Да, ладно. Сейчас. Ладно, окей. Потихонечку начинаю разбираться. Вольфот, привет. Отлично. Так, уже лучше. Куда двигаем? Это там... Это у нас что? Это организованное. Рядом, что ли? Попробуем бороться немножко организованной преступностью. А, опять баги. Подбагованная, сыроватая игра. О, увы. Я думаю, они еще не скоро ее будут там что-то доделывать, перепиливать, вот, так сказать, патчи. Не понимаю я этого, брат. Столько думал. Ви, есть заказ, но такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь Брайса Стоуна? Его сына зверски убили. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти брейн-дан с записью убийства. Да, ты все верно понял. К сожалению. Подробная инфа в письме. Рука. Она не моя. Это металл. Холодный мертвый металл. Ого. Это Химса. Что же я наделал, чтобы заслужить? Они как бы недоделаны. А? Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они знали об этом. А теперь мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне. Еще и моему брату. Нас усыпили и
отняли у меня тело. Литературу пока пособирал. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? Где сейчас твой брат? Кто-то, где тот другой монах? Он у них? Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать, что сделать с ним. Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Ну, давай, я помогу. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу, без драки не обойдется. Мальстрём не любит шутить. Должен быть другой путь. Помоги нам, пожалуйста. Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Он у дороги, что идет вдоль пристани. Монах в беде. Как поэтично. Ты совершишь подвиг, достойный эпоса. Но как? Примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть? Слушай, заткнись, а? Попытка. Так, 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 так. На карте так обозначилось. Окей. Ладно, здравствуйте. Надо было нажать просто на отслеживать задание, что ли? Там пиздец. Продать нас. Спасти монаха, вот. Вот оно, чё. Тогда не будем пока отслеживать. Надо монаха спасать. Двигаем куда-то. Да. Ну, я так понимаю, пиздить тачки будет тут привычным делом, потому что... Потому что. Ну, деревья просвечиваются. Потому что при этом такое, перемещаться по такому здоровенному городу пешком как бы не очень. Но тачку ты себе можешь вернуть, а можешь купить. Вот она будет спавниться или нет? Вот вы вот проблем не было. Вот вечно мне настрелять. Да блять, что такое? Да я бы, может, прозрел, как это будет дергаться. А ты кто такой? Зато... Да ты меня заебал, мудила! Понятно. Металлический монах. Вот так! Да, блять, у нас кости! Пошли еще в стенке! Выпустите меня отсюда! Да! Не ожидал, что второй выбежит. Вообще надо брать дробовик и ебашить ему в голову нахуй. Вот вечно мне на стрёме стоять. Или мне поговорить надо? А я бы, может, позырил, как этот будет дергаться. Он запросил не проливать кровь. Зато потом получится цельный металлический монах. Замыкнули. Интересно, его просто переебет, он типа вырубится или что?
Но взламываются некоторые, блядь, объекты тут очень долго. Там. Того осталось немного. На Watch Dogs это дело похоже. Твою ж мать! Тихо. Я ничего не делал. Ну да. Это дело не особо того внимания на роли. Немного паркур. Ну да. Чем не Dying Light? Ты здесь! А то ж. Я точно знаю! Во-во, знаю, давайте ему прикрутим винтовки вместо рук. Прикинь, ржайка будет, когда он соберется поссать. Может, он потом создаст школу... Блядь, у вас гости! Погнали! Тут же спалили. Так, а я могу как-то пробраться? Ага. И вот так вот поверху. Ну давай, придется сдохнуть. Сейчас разберусь с этим хуесосом. Убивайте меня, хуесосы. Смысла нет его взламывать, стоять. У него только пол здоровья сносится. Вот вечно мне на стрёме стоять. Давай попробуем обойти. Как этот будет дергаться. Зато потом получится цельнометаллический монах. Во-во, знаю, давайте ему прикрутим винтовки вместо рук. Прикиньте, ржайка будет, когда он соберется поссать. Может, он потом создаст школу для буддистов-снайперов? Так, монахового поколения! Да, смотри. Цельнометаллический! Блять, он ползает. Может, случайно. Это была моя шутка. Не надо. Дхарма принесла мне мир. Не отнимайте это у меня. Еще раз откроешь пасть, я тебе язык отрежу. Значит, вот где они держат этого монаха. Допустим. Пробуем отвлечь их. 10 секунд отвлекать всё будет. Хуйня. Хуйня это все. Да ладно. Так, один прям от него вообще не отходит. На минуту. Прекращаем поиски, только время тратить. Так, надо смотреть, как можно к ним подобраться. По ящичкам. Главное, короче, их не убивать, а просто глушить. Это что было? Блять, у нас гости! А ёб твою мать. Кожаный мешок к стенке! Вот вечно мне на стрёме стоять. А я бы, может, позырил, как этот будет дергаться. Дальше смотрим. Смотрим и закрепляем. Во-во, знаю, давайте ему прикрутим винтовки вместо рук. Прикиньте, ржайка будет, когда он соберется поссать. Может, он потом создаст школу для буддистов-снайперов? Школу для зловидок. Камера наблюдения. Выключи.
Блять, как она долго ломается, твою мать, а? Они разве все не могли быстрее это сделать просто? Или какие-нибудь там, не знаю, мини-игрой, блять. Быстренько, чтоб чик-чик зашел, там сразу одну камеру отключить. А 10 лет, блядь, сидеть, ломать каждую камеру. Серьезно. Металлический! Это была моя шутка. Не надо. Дхарма принесла мне мир. Не отнимайте это у меня. Еще раз откроешь пасть, я тебе язык отрежу. Значит, вот где они держат этого монаха. Так, пробовать что-нибудь еще сломать. Даже ничего. Взлом протокола, ничего не могу. Полом. Опасно. Порвать цепь. Да ну где-то у нас. Хуй знает, что это даст. Может, что-то даст. Смотрим. Грин астронавт, здорово. Тоже ее стримлю. Ну да. Я думаю, сейчас, наверное, все их, блядь, стримят. Туда не зайдешь, просто пачками выкладывают, блядь, там. У кого-то стримы по 11 часов, 12 часов. Не знаю, я вчера стримил 7. Я, блядь, охуел. Я потом до конца вечера, пока спать не лег, башка болела. 7 часов уже тяжеловато стримить. Кто-то, блин, по 12, по 15. Пиздос. В смысле, он подошел рядом, прошел мимо ящиков и умер, и они просто упали на него. Че за бред, блять? Это этот недохитман. Да давай, покажись. Недохитман, блин. Так, их четверо тут. Или это камера? Может, что камера даже? Ладно, давай сохранимся. Сохранение. Монах он тоже отмечает либо. Че, типа умный? Умный. Поэтому поворачивается ко мне. Кто к нему спиной стоял? Спрятался. Я не виноват. Палик, сука. Так, и он отмечает, получается, того, который на выходе стоит. Он повернулся, получается, ко мне лицом, я один к монаху, один вот здесь. Тихо. На карты. Блядь, ну он палит периодически. Подождем, пока отвернется. Он периодически отворачивается от него. Ну, навались, погнали! Сука. Короче. Спасите. Выпустите меня отсюда. Бегом. Я не знаю, насколько надо по столу эту миссию пройти. Сейчас прыгнем к нему. Надо немного подхилиться.
Здрасте. Не делайте. Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу. Не хоти, никто не заставляет тебе импланты тыкать. Это, блядь, каким-то макаром их получил. По-моему, это нормальная тема. Все. Что-нибудь обнесем, что-нибудь посмотрим. Иногда задумываешься, зачем я этим занимаюсь во время взлома. Ну да. В итоге, короче, да ну его нахуй, начинаешь всех разъебывать. Ну, в принципе, Хитман мне вот заходит. Не бойся, никто тебя не трогает. Там надо постелся. Я не с ними. Тогда, что ты тут делаешь? Что случилось? Когда я, брат, стрел. Ну, я мимо проходил, услышал тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. Ха. На самом деле меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя за спасение. Но моя жизнь не стоила чужой смерти. Один добрый поступок не оправдывает посеянной тобой жестокости. Вот истинное зло. Хм, брат твой мне больше понравился. Ну, допустим, у меня не было выбора. Что мне было делать? Проповедь читать? В Мальстрёме сперва стреляют, а потом разбираются. Всегда есть выбор. В том числе не делать ничего. Иногда это самое трудное. Лучше уж потерять свое тело, чем жить с мыслью о том, что кто-то погиб по моей вине. Оставь меня. Я немного переведу дух и пойду к брату. Теперь мой черед его спасать. Вот неблагодарная скотина. Может, надо было извиниться за спасение его незапятнанной жопы. Бесят меня святоши, которые делят людей на хороших и плохих. Хорошими и плохими могут быть только поступки. Вот твой поступок был хороший. И видишь, сколько крутого железа само пришло тебе в руки. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну и пошли они, короче, тогда в жопу эти монахи, блядь. Я не знаю, как тут по стелсу пока. Прямо аккуратненько можно было их завалить. Может тут как-то сломать, тут 508 голов. Светошумовая граната, как вариант светошумовой гранаты можно было и долбануть. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля, тут уже ничего не попишешь, ну и ладно. Снаряга, рюкзак. Летов пока подходящих прямо обув очень. Не стоит. Снаряжение. Да, вот это. Теперь на него, короче, надо. Есть прицел. Пулюшки ваши, донешки. На прицелах еще. Отсек. Тоже. Пистолета нету прицела. Ладно, тихо. Кое-что заметил тут. Снаряжение новое. Папочку дали, да? Нет. Вы серьезно? Че это за хуйня? Блять, она брони дает. Пизду. Че так убого она выглядит с этими ушками?
Блядь, на телепузика похож. Как это говно теперь снять? Снять-то как только ебень? А, подожди, убрать, во. Буду лучше ходить с гордо развивающимся иракезом, чем, блядь, в костюме телепузика. Так, окей. Опять организованная преступность. Погнали туда. Ну, постоянно включается, блядь. Так, мне надо куда-то... Ну, ёбать, тут прилично опять. Что у нас по оружию вообще? Оружие почему не остается? Может быть, тут типа мирные районы, поэтому нельзя как бы ничего вытаскивать. Альт, что-то не работает. Ну ладно. Вот. Потом стол достану. Валера, настало твое время. Какой у меня профиль в PS4? Блять, я уже не помню. То ли Маргулис, то ли Маргарин, блять. Такое 439, по-моему, так. Как-то так. Можно как-то забраться? О. Да, там был мирный район, поэтому он не доставал стоп. Поступило сообщение о преступной активности на Ричмонд-стрит. По нашим сведениям, члены банды Мальстрём незаконно распространяют в этом районе стимулирующие вещества. Их возглавляет серийный убийца Том Эйр по прозвищу Иммер. Властями Найт-Сити назначено вознаграждение за устранение группы. Ясненько, блядь, понятненько. Он меня через дырку палил, что ли? Робота, я могу роботу башку свернуть? Понятно. Попробуем тогда хакнуть робота. Перегрузка вот так. Вот так. Даже не надейся выбраться. Ну да, первым делом. Короче. Стелс, блять, из меня, видимо, не очень получается. Погнали, мочиться. Тихо, 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 блять. Сообщение о преступной активности на Ричмонд-стрит. По нашим сведениям, члены банды Мальстрём незаконно распространяют в этом районе стимулирующие вещества. Их возглавляет серийный убийца Том Эйр по прозвищу Иммер.
Властями Найт-Сити назначено вознаграждение за устранение группы. А чё её завалить-то не могу? Ха, что-то не так. Странно, но почему-то не срабатывала эта хуета. Канал, привет. В жопу, короче, их. Не пойдем пока туда. Кто-то их очень много. Или все-таки пока попробуем. Нет, попозже. Некоторые вещи пока рановато мне, походу, лезть. Так, двинемся мы. Что? Одежда. Пар. Так что. Так, стой. Это ты. Вот метр. На, тачку какую-нибудь ебануть. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на Ричмонд-стрит. По нашим сведениям, члены банды Мальстрём незаконно распространяют в этом районе стимулирующие вещества. Их возглавляет серийный убийца Том Эйр по прозвищу Игорь. Могу как-нибудь это? Властями Найт-Сити назначено вознаграждение за устранение группы. Плату по времени 5 из 6. Интентало! Вот так делаем. Чем вам не GTA, да? Продолжение пятой части. Угарный мотор. Ближе к 2000 году. А чё у них, интересно, они на какой горючке-то ездят? Так, здесь какая-то интересная активность. Привет, Ви. У меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Хорошо. Тетя, ты меня немножко уже начинаешь заебывать своей этой хуйней. Каждые, блядь, 3 минуты что-то кто-то позвонит, сообщит, и надо куда-то бежать. Конечно, понимаю то, что надо как-то меня как игрока заинтересовать, но... Ребят, имейте совесть. Что такое? Давненько уже дождя не было. Давненько. Так вот, что пошлось? Полечу маме, надо? Еще и азиат, короче. Здесь мы поймем друг друга. Полечу маме, надо? Подключи. Я зачем? Я мне это делал. Так. Хван Бо. Ты Хван Бо?
Мистер Артис, привет. Спасибо за лайкбас. Тебя зовут меня гепардом. Ну типа я быстрый как гепард. Кто тебя так не зовет? Как скажешь. Ну давай как скажешь. Как скажешь. Как скажешь, гепард. Лишь бы тебе нравилось, а мне-то пофиг. Как ты сюда попал? Дай-ка я поведу. Как ДМБ, ты мне в рожу-то, тварь дикая, плюнь. По-русски ничего не понимаешь. Я слепой или глухой? А что мне в рожу плюнуть? Завали пасть, а то пуля вли... Прошу прощения, я на секунду. Завали пасть, а то пуля влетит. Хочешь подобрать ключ? Пусти бой. Они горят, что ли, от моих выстрелов? Давай, снимай. Ух ты какой. Спрятался. Да, в натуре у меня пушка их поджигает. Готовченко. Блять. А не, патронов еще нормально. Вон он там сидит. Давай. Да, ягарная пупа. Готов. О, Хванбо, здорово, ёпт. Можешь встать, картов гопник сраный. Я все равно уже всех замочил. Почему они, блядь, все в странных, неестественных позах лежат? Блядь, вот годы идут, уникальные игры появляются, а вот, блядь, позы трупов не меняются никогда. Лично они, блядь, их завернет вот так вот, нахуй. Люди так же, ну, не падают. Что это такое? Он себе падал, блядь, позвоночник сломал. Уникальный долбоёба. Чё, пойдём? Куда ты меня звал? Отвезти хамба кочевника. Мы и битку подрежем. Что страшно. Так, отвезти. Это, короче, тачки мафиози местных, которых я только что разъебал. Ну вот, воровать не придется. Ну мы справились. Да уж, герой. Да уж, ты герой. Да их... Их... Ну, я смотрю, тут я одного человека сбил, как бы, и менты до меня особо не доебались, вот. Я-то GTA, блядь, они мне прямо житья не давали. Чуть кого заденешь, сразу 2 звезды, блядь, 3 звезды, пока уебываешь от них. Еще, блядь, паровоз нет. Ментов за собой нацепляешь. Пиздос. Да ты шутишь. 당연하지. 그냥 입에 착 붙는 거로 아무거나 지어내봐. 계속 니 치타야, 사람들이 금방 기억할 거야. 난 효과 좀 봤거든. 혹시 보이반 치워 안 되세요? 빠르니까 뭐 доехать? 다 скинуть этого азиата. Если вот он свои, я бы... Ладно, мы на месте. Вылезай.
잠깐만. 아, 근데 저 새끼들 ребята свои, они на меня на органы продают. 너 가면 내 콩팥대 가고 그런 건 아니지? 예, 왜 이래 자식. Реджи наняла их напрямую и лично всех проверила. Арассо, араттаго. А дэримен дэжана. Кригу. Утерсо тоже. Коротенько такое по ходу задания. Добро пожаловать в реальный мир. Безупречная работа. Кван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеным Львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Окей. Тем более бабуриков насыпали. Чего бы нет-то. Деньги, да, хорошо. Так, 13 тысяч уже есть. То есть, типа, если что, на тачку мне хватит. Блять. Так, что у нас тут? Второстепенное задание. События, которые вряд ли войдут в историю. Помочь знакомой. Простые задачи, случайные встречи. Уровень опасности средний. Ну давай, раз уж тут неподалеку находимся, чтобы потом не ебашить через карту. Да ебнем туда. Но наш. Почему сойти? Что-то есть. Интересно, насколько тачка разъебывается быстро. Ну, типа. Сколько раз, допустим, я должен въебаться, успеть до ее взрыва так. Короче, ты меня понял, да? Блять, там текстуры, конечно, пиздец. Елки прям через дома светятся. Шикарно. Ну, может как-нибудь обновление запилят, правда, и... Надеюсь, я к этому времени еще ее не пройду. Игра обещает быть длинной. Карту я планирую, я думаю, все почистить. Подзаебет, так буду стримы мешать с каким-нибудь там, я не знаю, Devil May Cry. Может Hitman 2. Чтобы прямо она совсем игра не докучала. Чего вы шугаетесь-то? А тачку как носит? Ну-ка, сейчас разгонимся и ебанемся прямо в стену. Машина, блять, как новая. Ладно. Ви, сейчас в Нордсайде началась такая разборка, что мальстрёмовцы повалили оттуда толпами. Посмотри, что там творится, и сообщи мне. Денег немножко поднял. Мегапуху надо достать по-любому. Убитые и мертвые с косами стоят. Te voy a sacar el puto corazón. Сука. Где дробовик, блять? Он еще живой. Ты, блядь, сдохнешь, нет? Потом живой еще.
На всякий случай. Окей. Читать сообщение, прощаюсь, чипа найденного нападавшего. Где бы его найти? Штуки, наверное. Где этот чип искать? Того, блин. Ходи, вот. Да. Что у нас? Мусор. Как-то хуяка чип пропал, блядь. Ладно, вот один не хотя. И здесь у нас жилетки. Это не очень. 6 30. Ладно, побегаем пока и с этой хуйни. И так сойдет. Так, тут у нас что? Тапочка беспонтовая. Тут противогаз. Противогаз — прикольная штука. По киберпанковски. Так. Кирдека, что это такое? Извлечен замок. Главное, чтобы лишнего ничего не натворить. Как давненько не давали, кстати. Надо стволы поскидывать хотя бы немножко. Это тяжелый по-любому. Бросим. Бросим. Давай, бросим. Полегче чуть-чуть. Киберимпланты? Нет. Рюкзак. Лифчик, что ли? Пиздец, взял лифчик, подобрал. Серьезно? И то, вот. Блять, я забыл, как он. Допустим. Ёбнусь. Опа, читнулся. Допустим. Тонны текста, блядь, переебанного. Ну, зачем это? Погрузиться, чтобы в лор? Или убить время? Я почитал. Надо выйти? Там мы с ним, по-моему, так, да, бежали. Как выйти-то, блядь, отсюда? Замуровали демоны.
А систему крафта, по крайней мере, я не встречал. Так, будем идти по елкам, которые, блядь, светятся через здание. Эту. Блядь, задачку. Я сейчас ее хуй найду, по-любому. Хотя, подожди, да-да-да-да-да, где-то тут. Я же его смотрел. Так, а это что? Почитать сообщение Реджины о приступе киберпсихоза глубоко под землей. Реджина. Открыть сообщение. Вокруг моста все довольно спокойно, так что вряд ли дело о разборках между бандами. Может, кто-то из мальстрёмовцев хотел выпустить пар или переборщил с настройками имплантов. От них всего можно ожидать. В любом случае, остальным не повезло. Я могу ошибаться, но мне кажется, что виноват киберпсихоз. Даже в мальстрёме такое не устраивает при первой встрече. Парень был из Валентина, не из мальстрёма. Видимо, чем-то сильно понравился. Блять. Почему правильный ответ неправильный? Это сильно понравился, да, Дальше пока он взлетит, скотужа, кто взлетел. И что? Я прочитал. Это переписка, что? Я пройден. Окей, окей, я не против. Барт Геймер, привет. Спасибо, что нашел. И за лайкос спасибо. Не, слушай, царапины видны, но видны на тачке. Чуть-чуть капот помет. А, это багажник. Как у запорожца. Вот у нас. Ну ты подумай. Действительно. Возьми и подумай. Давай на вопрос. А, подожди. Ну да. Ближайший вопрос был. Так, ебодины тут всякое. В не качнуть то урон из винтовок, пистолетов и так далее. Так, подожди. Все понятно. И вот это вот. Вот так примерно. Здесь же где-то, по-моему, монах стоял.
Видите, тайник, блядь, контрабанда. Так, перегруз. На. Сейчас будем выкидывать опять стволы. Что делать? Ну, подожди, разобрать. Допустим. У нас какой-то козырный ствол. Но со специальными знаками. Обычное оружие поразбираем. Ну-ка, зелененькое. Не дает. Блять, снайперку разобрал. Жаль. Жаль, ну ладно. Это еще можно разобрать? Нет, почему-то эти пистолеты два не разбираются. Ну и ладно. Это все, да, короче? Типа активность выполнена. Три человека замочить и все. Еще какая-то хуйня. Это задание. Найти нужный контейнер. Нужный с чем контейнер? Это заемы. Видите, собственно, течение врагов. Найти нужный контейнер. Какой из них тогда нужный будет контейнер? Что мне вообще с ним нужно? 4 или 5? Ой, ведь его можно было. Так. Стрелал какие-то. Забирал. Смотрим опять снаряжение. Тут приходится, блять, часто, видимо, снаряжение забирается. Танцы. Хорошо. Да, ну и видок, конечно.
Шапочка эта. Да нет. Погоди. Вот так ставим. Вот так ставим. Отлично. Вот это вот, блядь. Радует меня этот автомат. Хоть на него патроны быстро кончаются, но все равно. То, что он врагов поджигает, это уже заебись. Высокий, средний. А есть что-нибудь с низким вообще уровнем? Как бы только начал, чувак, играть. Вопросов то да жопа даже. Давай сюда сгоняем, что делать. Кстати, а по деньгам у меня что? 15 тысяч. Рашен проститут. Ну, уже тачки делаем. Вот так вот отставляю автомобили. Только подходишь, блядь. Тихо, тихо, тихо. Только подходишь, уже какая-то клуша тут пасется с вами. Охуевший. Стресло. Так, выдан ордер. Любая незаконная деятельность, например, кража или нападение на горожан, придет к тому, что полиция Найт-Сити объявит вас в розыск, вышлет патруль на место преступления. Тяжесть вашего наказания будет пропорциональна размеру награды за вашу поимку. Чтобы избежать наказания, нужно покинуть место преступления и временно залечь на дно. Ну, как в GTA, звездочки, короче. Все понятно. Одну звезду мне прописали. Это менты. Так, теперь они меня ищут. А, уже все. Уже не ищут. Что-то я не совсем понимаю, как это пока тут работает. Так, опять менты ищут. Мне просто достаточно съебаться сюда с этой зоны и все как-то. 17:14 это время какое-то указывается. Это типа, сколько меня менты будут пасти? 12-15, нет. Это просто время, значит. Принес? Принес. А ты принес? Без вирусов? Все чисто. Я тебе кишки выпущу! Он псих! Ну это угроза уровня мститель. Ты что, дурак? Так. Два удара, ты холодно. Там-то горит. Кроссовочки. Серьезно, убить чувака за кроссовку? Я прям гопник. Ёпта. Две семки. Кстати, я у него хоть козырный кросс это отжал. Подожди. У меня фиолетовые, но у меня брони больше. С двумя ячейками модификации. Ну, в принципе, если я пару модификаций сюда поставлю, то... Так, погоди-ка. Вот так. Модификации я на свои боты могу ставить. Броня. Тут урон от отрицательных эффектов. Вот. Теперь начинаю хотя бы разбираться, как куда какие эти модификации ставить и все такое. О, пожалуйста. Здорово же, да? Не, брони пошибче будет.
я на отметку доеду. Опасная зона. Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентанце обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Приступ киберпсихоза. Психоза, сторожевой пес. Всякий случай напоминаю, что мальстремовцы там, как у себя дома. Если поймешь, что у них киберпсих, постарайся оставить его в живых. А если нет? Дикий берут психопата. Пошли искать. Что тут такое красное горит? Это наверху. Позырим. Да? И вот сюда. Эх, не наставь. Ёпта. Как забраться? Давай тут. Чё, вообще никак? Ай. Ну ладно. Подожди, вон тут ещё пониже получается. Это будка, блядь. Да ты упоролся. Это точно был баг. Я куда-то отлетел аж. Красный, что это такое обозначает? Включится. Е9. Две ошибки. Давай еще раз. Егор, здорово. Так, Е9. Инце. Нет. Пизду. Пошли так, как нас ебет. Это тетя кверху жопой. У меня что-то есть? Или она так? Соглядатай. А где-то тут должен быть киберпсихопат. Где его найти? Прицеп. Он, значит, в этом здании. Не говорите, что стопудово придется ломать эту хуйню. Даже, блядь. О, здорово, ёпта. Там так сгорится. Вот.
контрабас. Я тебе жопу оторву! Заебись. Охуеть, сколько на него патронов уебалось. Где этот гандон еще? Так, тут их трое, да? Бегом, бегом! Вот именно, бегом, бегом. Одни слабаки! Еще третий был. Все, сгорел. Ёбок. Да, патронов-то немного осталось. Арбидос. Классика. Я у него карта какая-то была. Прям на всю эту. Мачете. Расширитель памяти. Смотреть территорию, собрать данные. Он живой, что ли? Смотрел территорию. Видимо, бабу ёбнули, короче, но мне придется все равно эту хуйню ломать. Отстой. Леонид Кукундук. Марго, привет. Снизь настройки, невозможно так играть. И убери размытие совсем. Салат, у тебя кадров 20-30. В тяжелых сценах посмотрел графу и хорош. Петрушка, услышь меня. А мне, в принципе, все устраивает. У меня хотя бы не глючит. Mm.
Или сюда надо? Это у нас моя территория. Чё смотреть там? Как-то тяжелое ранение. Еще трупы Все, вроде территория там хотя бы. Пошел. Че еще-то посмотреть надо было? Посмотреть территорию. Бомба такого. Нет, это все как-то не то. Копи лайк, спасибо за лайк. Ох, это 9 на строй графу, оно и на средних неплохо, вон так играть. Это N. Няня, пусть видюху прогреет. 370 убрал нафиг. Рейсинг это на фул ХД. Поздравляю. Поздравляю. Трехслойная жоптика. О, еще один. Я надо еще что-то, блядь, посмотреть. Заебут, а. Неужели? Бла-бла-бла. Ладно, закрыть. Читать чип, архивный диалог между Бриком и Элисом. Это все. Править данные Реджини, блять, вы заебете, а? Позвонить или отправить? Давай. Ви. А-та-та-та-та. Расскажи мне. Править данные. До связи просто. До связи. Как отправить-то, блядь? Митяй, здорово. О-хо-хо.
Чипы, снаряжение, блядь. Сообщение наше. Родина. Ну и бамбури, как вы немножко нахватили. Найбись. Надеюсь, тут не будут предъявлять то, что ты там, блядь. А где тачка? Охуевшие пидоры. Просто не так кнопочку. Взяли, блядь, тачку подрезали. Мало того, что у нее башка перемотана, так она еще, блядь, на картах на проезжей части сидит. Надо помочь, Питер. Это немножко того. Perdóname, por favor. ¿Te divierte mi sufrimiento? Так, что там у нас по радио? Где-то Турпятинка хорошая играла. Спасение высокий. Новый бонус. Это что такое? Давай сгоняемся. Забить, даже не дали музыку послушать. Тем, кто добирается на работу через площадь корпорации, советую перестроить маршрут. Если вы не любитель постоять в пробке, конечно. Автомобиль всем известной службы такси Delamay сломался посреди улицы, и причины поломки пока неизвестны. Так что если вы, дорогие пиджачки, хотели впечатлить босса своей пунктуальностью, попробуйте лучше завтра. С вами Стэн! Солнце село, но я надеюсь, что вы еще не спите! Тихо-тихо-тихо! Ай, блядь! Чуть-чуть въебал. Ладно, хоть чувака у живых оставил. Беспредел на Порше, нахуй. Ну, хотя бы одно радио более-менее прикрутили. А вот, допустим, в GTA ничего выбрать, как обычно, нет, а нихуя. Такая попса по радио лобает. Ой, пока смотрел, блин, на радар, въебал тачку. Короче. Там все равно куда-то сюда. Куда-то сюда, вот и наверх. Здравствуйте. Мне Здравствуйте. Посылка. Заперто. Сейчас проверим. И подняться наверх. Точно? Там целая коробка. По линиям, блядь. Подожди. Мозг какой-то. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Окейшка. Yeah.
Так, тип заказа, нейтрализация, цель Анна Хэмилл. Местонахождение, рынок в Кабуке. Описание. Анна Хэмилл, идеальный коп, прямо как сами рекламу. Красиво, но абсолютно не то. Ясненько, понятненько. Рынок. Как мне туда попасть? Как-то следующее. Это что? Где нормальные креветки? Убирать ты будешь. Мы в Кабуке. Спасите, они. Меня там уже знают. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Давайте без скандалов. Ну, киньте туда ароматизатор для запаса. 15% скидок возьму. Куда намылился? Эти люди называют кочевников городить. Багов, конечно, в игре хватает. Персонажи, блядь, пропадают. И чё-чё. Ебанись, какие люди! Так. Надо с ним поговорить или с кем? Ты что тут делаешь? Пора. Отвали, малявка! А кого расспрашивать-то, что-то я не пойму. Привет, солнышко. Я подарю тебе то, чего не даст ни один вирт. Тихо. Диалоговая хуйня какая-то. Анну Хэмилл. Ну, видела ее где-нибудь? Возможно. Ты коп? Да или нет? Нет? Если копа спросить, то что он коп, а он вот эта женщина, сказать, да. Что он коп. Вот она, двуличная мразь. Хочешь меня послушать? Плати. Я ничего за бесплатно не делаю. Ну давай, 600. Почему бы нет? Ладно, говори. Она в этом мотеле. Третий этаж, комната 303. Развлекайтесь. Спасибо. Сюда зайти как-то можно? Заплатить 151. Да, не серьезно. Везде, блядь, надо. Вот. Ну, в принципе, жизнь зачем? Она же явно не здесь. А он сейчас с краской. Кого найдем? Билет в военную лотерею. Она выше или ниже, что-то я не пойму. Так, она вроде как внизу или вроде как... Так, давай ниже спустимся. Может, она где-то тут, да? Без окошка, правда? Стоять! Дальше ни шагу! Кто меня заказал? Имя? Стоять! Дальше ни шагу! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза? Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Это как раз не важно. Твоя жизнь в опасности. Ты что, не поняла?
Во-первых, давай без понебратства. Друзей своих жизни учи, а я тебе не друг. Во-вторых, это ты ничего не понимаешь. Пока ублюдки вроде тебя на свободе, этот город обречен. Думаешь, у тебя есть шанс выжить? Неужели хочешь всю жизнь ходить и оглядываться? 347 убитых и пропавших без вести. 431 изнасилование. Официальная статистика за прошлый месяц. Вот. Причем это только в Уотсоне. Так что можешь не лечить меня про обстановку на улицах. Этот город пора менять. Слушай, Анна, я тоже за любовь и мир во всем мире. Но жизнь в Найт-Сити учит другому. Этот город изменит тебя раньше, чем ты изменишь его. Да ты не веришь, что его можно изменить. Потому что это невозможно. Последний шанс, Анна. Упрямством делу не поможешь. После меня будут другие. Как и после меня. На каждую тварь вроде тебя найдется честный коп. Анна, не делай этого! Сдохни, Иуда! Вот и заебись. Кончилось, тетя. Надо, наверное, валить отсюда. Я ничего не сделал. Покинем территорию. Эй, не разменяешь мне сотню? Я думал, он, блядь, ёбнется. Видите, что, банк? Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечего. Так, как-то я поднимался тут наверх. Такая лестница большая была. Вот. Так, сколько мне жаль, за заказ дадут? Если честно, я думала, ты решишь вопрос по-другому. При помощи слов, например. Ладно, заказ закрыт. 3700 за тетю дали. Кстати, что там по деньгам? 20900. В принципе, сейчас соберем. У нас по снаряге. Жак. Несколько пушек продать, и все, нахуй. В принципе, можно купить второй ебашек. Темный второстепенный. Забыл, как квартира-то, блядь. Выглядит, ну где точнее находится. А тут так я блин отличный сон. Да, приблизим. Забрать свою машину из гаража. Где же ему? Где было-то, блядь, деньги ему? Кемурой.
Вот он, наконец-то нашелся. Пол Виктору. Ну, тачки, естественно, не будет. Взломать могу 5 из 8. Ладно, ищем другую машину. Стоять. Я что вспомнил-то? Надо же не только ему долг вернуть, надо же сначала оружие какое-нибудь продать. Поэтому нам надо вот сюда идти. Да куча. Блять, вот сбивает, а? Че они передо мной не останавливаются? Ёбаные карандаши. Вот так. Открываем. Пожалуйста, не надо! Башек, наверное, далеко, да, еще? Да, прилично. Ладно, доберемся до этого Витька. А там уже посмотрим. Здесь где-то оружие надо мне продать. А ну, да, вот сюда, по-моему, да, забирался он. Все. Сейчас доберемся и толкнем. Ухи. Tingling with desire, he'll do anything to scratch every inch. Watson Hall, new episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Yo, 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 my chew. Это правильно еду там. Да, вроде правильно. Метраж падает, значит, наебись. Счастливого владельца новой пушки. Нет, не выйдет, прости. Я правда не могу. Так, магазин. Продаем. В принципе, набралось-то уже прилично. Редкие компоненты. Можно я буду продать, да. Дуповочку. Ваш мать. Вот цель.
придется шапочку эту, блядь, ебанутую. Так, прицел. Один вот так вот. Один оставим. Во. Ох. Так, вот телефон этот, помню, подбирал. Это что вообще? Трехслойная оптика. А, ну понятно, это очки, короче. Очки. Не думаю, что это какой-то квестовый предмет. Обычные компоненты предмет. Ну, это может пригодиться, кстати. Ожидал. Это что? Мачет. Блять, слушай, а мачет это прикольно. Катану продал. Как там катану, кстати, ебанем? Это если что, денется. Если что. Одет. Надо посмотреть сейчас жилетку. Снаряжение. А, это жилетка. Эй. Смотри, я гораздо. Кибердек. Так, ну этот автомат точно пока продавать не стоит. Он заебатый. Перезарядка дольше. Электрический урон, физический. Ладно, возьмем. Пистолет. Этот вот. Я еще три ствола, короче говоря, этому чуваку вторим. Раз, два, три. Так, что-то одето, что-то нет. Это? Это? Все остальное вроде напялен. Это тоже. Она тяжелая, кстати. Где ты? Гранаты, блядь, всяко разные. Ну и все. Идем, короче, долги возвращать. В проверке выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бандформирований мэрия повысила уровень общественной опасности до красного. Жители Мароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Какова дальнейшая судьба Пасифики? То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов. Пытаюсь, не могу привыкнуть к этим воротам. Thank you.
Он тут, по-моему, трется. У тебя с головой проблемы? Да-да. Над своими воспоминаниями. О, как весело-то, блядь. Ты чего? Тут понравилось? Нет, здесь не только вам. Там, просто пусть и город, да, Так что с ней стало? Умерла? Нет, сменила. Осторожно! Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Наскреб. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Так, я хочу обновить их импланты. Давай попробуем. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Кое-что это что? Полторы штуки. Так, проделывать взлом протокола на 100%. Имплант, способствующий внутренней клеточной травме. Знать бы, что это и для чего вообще. Так, интеллект будет 7. Тут разбираться и разбираться, конечно, в этой всей хурме, блядь. Кожа. Ноги. $45,000. Ноги заебись стоят. Руки. Тоже. Нервная система. Тоже есть. Кожа. Увеличить показатель брони на 20. 2000 она стоит. Скелет. Увеличить грузоподъемность на 20%. Да, почему бы? Я больше на ничем купить не могу. Ладно. Ну, хоть экзоскелет себе взял. Или что-то в этом роде. Так, иммунная система. Это имплантов. Боже. Показатель брони на 90, на 20. Причем бесплатно. Окей. Ну, бесплатно, то бесплатно. Лобная доля. Не хватает. Кровеносная система. Лоб протокола. Это. Иммунная. Нет ничего. Нервная система. Так, ну это чипы дорогие. Удивительно. За 3000 глаза себе взять. Или все-таки нервная система. Тысяча не так. Кровеносная система. Ладно, давай так. Пусть будет.
и собственно. Ну, я думаю, мы будем частенько в подобные заведения сюда заходить. Так. Да вот так. Придурок. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вот он. Раз, в принципе, за Такемурой. Постепенное задание. Ну, тут карта будет постоянно расти, как бы, в заданиях. Там что-то добавляется. О. Карта тут заебись, конечно. По районам и так далее. Неудивительно. Так, ладно, наверное, будем... Приклак. Ну что скажешь? Что тут сказать? Спасибо, что зашел. За такое спасибо. Все, в принципе, это игра. Все вроде как более-менее лучше уже получается в ней разбираться, осваиваться и так далее. Кстати, вот последние за 5 минут до конца, как, короче, эфир началось. Глюки какие-то. Немножко снизить настройки. Теперь не ультры стоят, не ультры, просто высокий. Вот. Ну, в принципе, так-то пойдет. Уже более-менее понятно вообще в этой каше, что то к чему. И типа как снаряжение, карты и так далее. Но наш способности, очки характеристики. Хотя вот очки характеристик, это что за ебало? Доступные очки. Достаточно способ. Непонятно, короче. С этими характеристиками. Уничтожение. Ой. Короче, тут качаться, блядь, и качаться. А вот это еще непонятно. Ладно. Ранение. Продолжим уже. Потом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. До скорого.